Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Здравствуйте. Что ж, блины с колбасой, с ветчиной, да? Нет. С колбасой, с ветчиной, с мясом. Угу. С колбасой, с ветчиной, с мясом. С колбасой. Угу. Чай свежий заваренный. Да. Очень ломкие блины. Масленица продолжается. Где масленица? Последний листочек, что ли? Нет, у нас. А что там? А где? Написано. Нет, я придумал название. Копают. Я тебе уже говорил об этом. Mm-hmm.
Сверху. Кошмар. Вот это, да? Третья строчка, да. Ого, ничего себе, вот это да, вот это интересно. Да, кстати, вкусные блины, да? Даже это самое не ощущается. Так соль не ощущается, потому что блины сладкие. Ну, сладковатые. Да. Они и должны быть такие. Пойдет музыка. Люди работают, ищут золото. Пойдет все в музей. Что пойдет? В музей. Наверное. Хорошо. Вот это. Третья стучка снизу. Угу. А, угу.
китайский тиф. Нет, изменения, вы видите, это самое. Среди, которые забыли, они стали отвечать. Он не да. Но он жил, пока, видишь, это. Ничего не изменилось. И как только пошли изменения. За столько лет, правильно, все изменяется, не только вода. Не только реки, но и то, что было раньше сухопутным, стало уже морским. И наоборот. Морское стало сухопутным. Еще что-нибудь. Хочешь хлебушком что-нибудь сделать? Да еще мне два бына еще. А ну ешь, пожалуйста. Так вкусно. И чай надо. Чай. И чай не выпил. С нарезиком, конечно, вкусно. Ну, есть таблетки американского этого актера? Да. Я все актеров-то не знаю. Блины рассыпаются, прям. Рассыпаются, говорю, блины. Где?
скажу почему. Одна причина сказка, как я расскажу. Угу. Потом. Леонтьев с этими длинными волосами похожи на этот. На этого. И этого. Как их? Индийца. Угу, да. Чем сказать, я думал? Угу. Сначала, поставь. Даже юбилейный концерт отменил. Угу. 75 лет это юбилей. Ну, покажи ее, юная возлюбленная. Угу. Вот он, учитель этот. Ну-ка. Где она? Угу. Вот шикарное. Ой, хорошо. Еще чай надо? Да. Чай. Не откажусь, да? Да.
получился. Предыдущий был поперче. Угу. Поэтому надо разбавить. По-моему, такой же, нет? Нет. Посветлее. Посветлее. Ну, разобрать, я же говорю. Ты же слушаешь, когда я говорю вообще-то, или вообще ничего не слушаешь? Поэтому ничего не слушаешь, поэтому... Кошмар, а зачем это делать? Не знаю. Ага. Угу. Надо же. Чем? Ну, краска ему не повредит случайно. Да, корова, конечно. Надо же. Тоже кожа, правильно? Ну, наверное, будь это самое какая-то. На водной основе гуашью, краска. Наверное. Да, на водной основе что. Или акриловыми красками. Ну, этими. Водорастворимыми. Ну, вот. Эти, как их. Угу. В школе-то краски, как называются, акварельные. Угу. Бам. А чего ты? Да? Интересно. Конечно. Они думают о своих коробках. Видишь, как хорошо. Ну, здорово. Еще что-нибудь делать? Не, все. Понравилось? Вкусно? Угу. Очень здорово. Угу. Просто чай попью. Ой. Ага. Какая она умная, она не умная пленка. Да. Ну хорошо, что в кавычках хоть написали. Чайки опять прилетели, да? Да, они все время, всю зиму летали, каркали. Каркали чайки? Да. Они научились каркать от этих. От ворон? Да. От ворот, по ворот. Как попугаи все равно. Вон, что такое? Подожди. Чего там? Мамонты обнаружили. Какие где-то. Мамонты? Где мамонты? Куда ты? Где мамонты? Я тебе сейчас скажу.
Вот, подожди. Вот. В отложениях сибирских козел обнаружили ДНК мамонта. Так и есть. Видишь, в озерах обнаружили мамонтов, да? Когда-то это было сухопутно. Ну, не все было сухопутное, но что-то они пили же какую-то открытую воду. Потому что без воды и животные не могут жить. Еще шерстистый носорог. Мерзлота таяла, тает. Угу. Дай сначала прочитаю. В 19 году в Арктике, видишь, на полуострове Ямал, все себе несколько последним столетиям датируются эти вот вложения. Еще и человека. Homo sapiens. Ты сколько лет там назад был? Там дышишь тяжело. Прямо с каждым вот кулаком. Смакуешь, что ли? Ага, точно. А что смаковать от чего? Надо смаковать от десертов. Еще десерта не было. Я бы сегодня десерт сделал. Ага. Не скажу, какой. Сделаешь. Ну все. Ну все. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сейчас не сравним, какие были.